Принесли в ремонт газонокосилку фирмы «Викинг» электрическую с вот такими симптомами. Двигатель не может запуститься. Вот он пытается, но никак. А потом просто косилка уходит в защиту. Ну что ж, будем разбираться. Чаще всего проблема в конденсаторе, поэтому сейчас мы поставим более мощный конденсатор, но на нем долго гонять двигатель нельзя, но для проверки этого более чем достаточно. А теперь давайте попробуем запустить двигатель. Запустился без проблем. Давайте еще разок. Двигатель запускается без проблем. Итак, вот он старый конденсатор. Он уже вышел из строя и от него толку особо нету. Поэтому мы заказали новый, оригинальный. Но, к сожалению, шел он к нам где-то около месяца. И это еще не предел. У него была пометка от 2 недель до 3 месяцев. И цена этого чуда где-то в районе 1500 рублей. Пробовал ставить конденсаторы не оригинальные, но с похожими характеристиками. По итогу получилось так, что двигатель иногда запускается, иногда не запускается. В общем, нас это не устраивает, поэтому пришлось заказывать оригинал. Давайте попробуем запустить на оригинальном конденсаторе. Пока все работает прекрасно. Давайте еще разок попробуем. Итак, двигатель мы погоняли, ничего не греется, все работает прекрасно. К сожалению, ремонт получился достаточно долгий, но так или иначе, главное результат. Газонокосилки Викинг, они крайне выносливые, и двигателя у них горят очень редко. Единственная проблема — это конденсаторы, но она вполне решаема.